Приветствую категорически. У меня тут такая штучка. Я сама не видела, не знаю. Кот в мешке, короче, называется. Тема такая. У меня сейчас в потолке зияет дырка, потому что мой светильник немножко приказал долго жить. И, в общем, обуглился там провод. Сегодня был утром сантехник. О боже мой, сантехник. Электрик. Все, заболталась. Вот, сказал, что провод обуглился, нужна новая лампа. Патрон сгорел, не провод. И патрон сгорел, да, мне вот тут помогают, так что... Патрон сгорел, все. Короче, все это не важно. Важно увидеть, что там внутри, потому что покупалась там без меня. Опять стеклянная, ёшки-матрёшки. Как оно выглядит-то? Хоть. Надеюсь, нормально. Ой-ой-ой. Смотрите, с зажимами. Прям вообще. Зажимы эти. И там проводочки. Видно, да. С правильной стороны открывала. Короче, крепеж с пружинками. Подпружиненные эти винты. Очень здорово. Кто ко мне пришел? Помогаешь. Сейчас грызи будет. Пускай грызет, тебе что, жалко, что ли? Мне не жалко. Короче, Склифосовский. Тихо, не надо, я знаю. Смотри, вот это вот, вот так вот растягивается, вот так вот оттягивается. Ага. И вот это с другой стороны. Так, все. А теперь вот это вот. А вот это снимается. Вот. Подожди, надо, наверное, в этом самом так и оставить, потом тебя мастер придет. Вот. Все. В общем, народ, я буду аж с тремя лампочками теперь. Три лампочки. Главное, чтобы было что-то видно сквозь этот рисунок. Должно вот быть, я взяла такой более ажурный, потому что остальные были матовые. Ну, такие вот матовые. Дайте интервью, мадам. Насколько вот, дорого вы потратили? Вот здесь вот цветы были в других. Не, ну мне кажется, что достаточно универсально. Вот риска. А вот здесь вот это ажур. Потом я взяла там, где больше света, там, где ажур. Вот что я взяла. И оно вот так вот сюда вот вставляется. Ну, а потом... Я, вот конечно, вот. Скажу, что ну, стрёмная такая вот тема. Вот так вот раз. И вот так вот. С одной стороны, удобно. Два. Я так понимаю, вот что это сам лампа, даже вот можно снять. Лампа. Вот как оно крепится, подожди. А крепится оно? Как оно крепится? Сказали, вот подпружиненное. Три вот такие эти винта, ага. Или болта, или не либо знаю. В потолок нужно, я вижу, либо одевать. Либо вот эти вот, да, в потолок одевать. Ага. Либо вот гвоздь, наверное, да? Не, ну, на этот, как не, его? На одном нельзя, сказали, на двух на этих или на трех на этих. В общем, так. Если такую штуку покупать, то это нужен перфоратор. Но вот эти вот подпружиненные идут. И вот оно снимается. Эти на пружинах, да. Угу. Эти вот. Ну, оно, видишь, красивое. Красивое. Ну, вообще. Оно на по диагонали можно обязательно квадратом по диагонали одеть. Красиво. Прикольно, конечно. Прикольно. Клади, наверное, сверху. И надо, я так думаю, так. Вот так вот и класть. Короткий остается до электрика. Будет ждать, а то если не закрыть, то кошки там останутся. Вот. Так и не услышала, сколько это счастье стоит. Ну, Рита. Не скажу. Ну, хорошо. Ну и ладно. Нам это не важно. Сейчас я покажу, если... Модель, если кому-то нужна. Сфера, МПБ. Венеция. О, боже мой. А кто производитель-то? Беларусь. Ну, ой, нет. Да, Беларусь. Белсвет импорт. Белсвет импорт, да. Так что, кто в Минске, в Беларуси, пожалуйста. Все, спасибо. Покеда.